Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить работу по организации регулярной диспансеризации населения. Глава региона обратился к жителям с просьбой не пренебрегать медицинскими осмотрами. К 1 декабря Одинцовский округ должен достичь плановых показателей по диспансеризации, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. В части медосмотров взрослых граждан трудоспособного возраста эта цифра составляет 30 260 человек.